представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Терминатор, а это вы, репортер Михаил. Сегодня мы будем... сегодня мы будем отвечать на ваши вопросы, их очень много, знаете. Не, ребят, ну, в принципе, их предостаточно, они, конечно, не на Ютубе, но ВКонтакте они имеются, ребята. Вот сегодня мы их будем зачитывать. Вот, ну, первый вопрос. Да. Что я буду снимать на своем канале, кроме борьбы? Откуда мне знать? Не, ну ты же как бы мой партнер, ты должен... Откуда я знаю? Ну, со мной влоги. Еще что? Ну, нет. Что ждет нас на, в ближайшем будущем? Ничего, разочарование. Мы будем в школе учиться какую-то хрень снимать. Не, ну мы же на дачу к тебе поедем, возможно. Да, возможно. Вот, там будут интересные влоги, более-менее. Мы там на заброшку какую-то вроде полезем. Да, там будут бабульки нас избивать. Ну ладно, давай следующий вопрос. У меня зарядка почти села. Ладно, давайте еще на один вопрос, и все тогда. Ты издеваешься? Давай хотя бы еще три. Ладно, просто реально зарядка садится. Ладно, все, мы отошли от темы. Кто такой Терминатор? Это я. Вот. Ладно, а почему мы снимаем такие бредовые фильмы? Хрен его знает. Понятно. Так, ладно. Что мы будем еще снимать такого интересного? Я уже говорил. Все, молодец. Так, и последний тогда вопрос на сегодня. По сколько вам лет? Мне 18. А тебе, а ему 15. Ага, ну все, ребят. Давай еще вопрос. Ну давай еще последний. Еще так, сейчас я посмотрю. А можно сниматься, участвовать в ваших... Нет, видео? Вы недостойного урода. Да, ну все, на этом мы закончим. Нет. Ну почему нет? Ну давай еще вопрос. Ладно, давай, последний вопрос. Да-да-да. Сейчас, вот тут. Ну. Сколько выйдет частей Терминатора? Наверное, много. Ну, возможно. Это как Call of Duty. Такое же дерьмо, только... Только не дерьмо. Все, ребят. Так. Ну. Пахан. Чем вы увлекаетесь? Ну, разным. Типа там... Снимать видео те же. Играть во всякое дерьмо. Понятно. Смотреть на Ютубе всякое дерьмо. И ВКонтакте тоже. Угу. Всякое дерьмо. Ладно. Как вы учитесь? Конечно же, превосходно. Мы уже... А, мне 18, я лично не учусь. Это вы учите? Ну, как я знаю, мой напарник учится только на двойке. Вот я не понимаю, каким надо быть таким идиотом. Вот я учусь лично на пятерке. Учился на пятерке. А, сейчас мы в итоге кто? Сейчас я, ну, как бы... Да. Я уже... Да. Я уже в возрасте? Да. Да. Кем вы работаете? Терминатором. Да, вы вроде там в дерьмо вляпались. Да, вот. Насколько я помню. Я не могу, я стер. Да, вся жизнь ваша... Дерьмо. Ну, дерьмо. Ладно. Ну, стой, я создан из другой планеты, же Терминатор. Угу. Так, последний вопрос. Какие у вас телефоны? Вот моего напарника, вот это вот дерьмецо. Alcatel OneTouch Pop C3. У меня... Вот такое побитое дерьмецо. Ага, iPhone 4. 5 вообще-то. Да, конечно. Вот это 17-442 у нас. Вот. Все, это конец. Давайте пока, да, ребят. Да, а то сейчас его мамка позовет. Здравствуйте, тетя Настя. А тетя Света вон там тебя сбоку поставили. И мне 18 лет. А, да, и за тобой все еще мамка следит. Да и что? С кем не бывало.